О боже мой. Ну вы что, издеваетесь? Это слишком... Ну нет! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, я словно кот, который сидит возле двери и скребется в нее, ожидая, пока ее откроют. Я сидел и скребся в Steam, ожидая, пока выйдет, наконец-таки, игра Stray. Я очень долго ее ждал, мне очень нравится концепт этой игры, где мы играем за котика. И не просто какого-то там рандомного котика, нет, это игра про моего котика. Что, не верите? Посмотрите сами. Данте, иди сюда. Вот здесь. Этот говнюк не любит на камеру появляться. Ну куда ты пошел? Короче, он ведет себя как типичный кот. Делает то, что только он хочет. Ему пофигу, что я прошу его просто показать себя вам. Нет? Насрать ему. Ну, а может быть, если вы накидаете кучу лайков, тогда я покажу вам его полностью. Либо частями. Сначала вы увидели его хвост, потом увидите его ухо и еще что-нибудь потом увидите. А мы приступаем. Ух, давайте. Давненько мы с вами не запускали какое-нибудь прохождение, да? Последний раз что у нас было? Stanley Parable. И то мы не до конца прошли, сорян. Почему-то вот с этой игрой хочется прям окунуться в атмосферу. Потому что мне очень нравится сеттинг. И мне очень нравятся коты. Сегодня мы с вами поймем, каково это быть кошаком. Типичным кошаком. А вот мы уже, да, судя по всему. Так. Мы в нашей стае котов. Смотрите, какой милаш. Очень красивый котик. Ай, как мне нравится все. Я кот настоящий. Я ни разу в жизни не играл котом еще. Игры давали возможность мне быть кем угодно, но котом не давали. Так, что мы можем сделать? Поиграться с хвостом. Все. Все, я обожаю эту игру. Это лучшая игра в жизни моей. Что? Что, мне будет пихать меня лапками? А как мило. Так, все. Одно из кошачьих дел на сегодня сделано. Пойдемте дальше. Здоров. Так, опа, петюлю дал. Давай, играйся со мной. Кстати, мурлыкает даже. Много приятно. Ах, потерлись немножечко. А ты у нас сейчас сидишь, тоскуешь. Дай я тебя приободрю сейчас. А ты знал, что вода и дождь не так страшно, как мы думали? Кстати, вот мой кот Данте, он вообще не боится воды. Он может спокойно залезть в ванну, посидеть там. И я его мою вообще без проблем каких-либо. Так, собственно, что мы делаем-то? Спать. Сейчас мы делаем спать. Но что-то произойдет сейчас, и мы отобьемся от нашей стаи. А мы котенок? Или мы уже взрослый кот? Вообще, кот мы или нет? Может быть, мы кошка? Данте может подсказать, но он ушел. Ай, блин. Эта игра очень красиво сделана. Я представляю, как они ходили, вот при создании этой игры, ходили за кошкой с микрофоном, чтобы подснять, как она мурлыкает. Так, что происходит? Наш вожак задумался. Дождь закончился, да? Пора идти на охоту, ребят. И это как раз-таки та самая охота, которая закончится не очень удачно для нас. Внутри стен. О, тут все на главы еще разделено. А это язык роботов? Видимо, роботы, которые живут здесь, да. Если вы не знаете, в этой игре постапокалипсис. И мир населяют роботы вместо людей. Вот, собственно... О, я уже знаю, мне кажется, концовку в этой игре. Мне кажется, это была бы клевая концовка. Если мы встретим вдруг одного живого человека, который в итоге нас погладит. Что-нибудь такое. Или даст пожрать, не знаю, еды какой-нибудь вкусненькой. Так вот, видимо, название главы было написано именно языком этих роботов.
Так, ну что, давайте рыскайте, ребят. Пойдемте метить территорию. Какой рыскать? Я даже не иду ищу, я иду метить территорию. Мяукнуть. А-ха-ха, да, ребят, да, мяу, конечно же, мяу. Что еще? Такое ощущение, как будто играю в Shelter, только еще более крутую. Так, я найду путь. Это не сюда. Нам нужно вот сюда. Ай, как хорошо. Кошки могут прыгать очень высоко. Я не понимаю, как это вообще возможно так? Мы люди, почему такие слабые, ущербные? Мы можем прыгнуть на совсем небольшую высоту, в то время как кошка, сколько, в 3 раза выше себя получается, да? Или даже больше. Так, а, мы, получается, да. А, точить когти, точить когти. Ой, хорошо, все. Все, сбросили стресс. Теперь день по-настоящему светлый и радостный. Вот, видите, как высоко мы можем прыгать? Мы коты такие, завидуйте, жалкие людишки. Попить водички. Оп. Мяу. Все, мы попили. Короче, можно делать все кошачье. Все любимое кошачье дело. Осторожнее, ребят. Здесь опасненько. Хотя, мы же кошки, нам вообще пофигу. Хотя, знаете, нет. Кошки довольно-таки неуклюжие. Интересно, а мы здесь будем бежать по скользкому полу и, так, знаете, ногами пробуксовывать? Фу-фу-фу-фу-фу. Как Том. И как мой кот, и уверен, что ваш кот делает, когда пытается максимально ускориться на ламинате. Да, мы, конечно же, пойдем вот так. А мы можем посидеть? Не, мы помяукать можем. А! Кошачье зрение! Кошачий зум! Это еще пока не зрение. 100 пудов здесь будет темный уровень, и мы будем все видеть. У нас там будет какой-нибудь тепловизор. Опа, смотрите. Только люди... Написано по-английски только люди, но при этом еще и какой-то странный язык есть. Удерживайте, чтобы прыгнуть несколько раз. Давайте прыгаем. Оп, оп, оп. Усвоил. Эй, ребят, подождите меня! Стойте! Жалко, здесь нельзя в этой игре сделать. Почему разработчики не подумали об этом? Стоп, погодите, а может быть можно? Настройки. Настройки кота. А, здесь этого нету. Почему они не дали возможность сделать своего собственного кота? Выбрать породу. Я бы сделал Данте тогда. Было вообще классно играть в такую игру. А, им надо будет сделать потом DLC с возможностью создать своего кота. А как ускориться? Эй, я хочу побежать. Так, мы можем смотреть назад. Нашим третьим глазом. А, вот, мы можем бежать. Понеслась! Так, чтобы осмотреться, нажмите LT. Мы осмотрелись. И что мы должны увидеть? Да пофигу. Я уже давно вижу. Опа, кат-сцена. Нет. Нет, вот что произойдет сейчас. Но почему мы идем последними? О боже мой. Ну вы что, издеваетесь? Это слишком... Ну нет! Нет, это слишком грустно! Муфаса, нет! О, боже мой, боже мой, боже мой! Ты жив! Надеюсь. А, все грязные приемчики эта игра будет использовать. Всю любовь кошачью... А, точнее, человеческую кошкам будет использовать, чтобы заставить нас грустить. О, еще мы жалобно мяукаем, отлично. Все, перестань это делать. Стоп, это даже не я делаю. Ой, как мы грустно! Смотрите.
Почему мусорный мешок трясется? Это крысы там? Крысы есть в этом мире? Опа. Это что, фейсхаггеры какие-то? Я видел их в трейлере, я так и не понял, что это такое. Это даже не крыса, и какие-то типа жучки. Маленькие мини-пиги жучки. Хорошо, мы все еще живы. Ой, надо зализывать раны, да. Все будет в порядке, мы по запаху найдем дорогу домой. Это наша цель. Блин, какие вредные звуки. Все, хватит. Я сам жму, я не могу не жать. Ау. Так, все. Мы стали снова бодренькими. Все хорошо. Хорошо, мы не поранились. Значит, нужно просто теперь найти дорогу домой. И сейчас уже мертвый город. О, боже мой. Ёлки зеленые. Причем самое забавное, что... Знаете, обычно ты соединяешься со своим протагонистом в игре. И ты чувствуешь то же, что и он. Потому что играешь за... Аккуратнее. Играешь за человека. Но здесь мы играем за кота. И он... Будучи котом, не может оценить вот этого безумия, которое сейчас мы видим. Мертвый город. То есть, как человек, я понимаю, что здесь раньше кто-то жил, тут были целые судьбы, вершились, семьи строились, разрушались, мечты преследовались, достигались и рушились. И я это как человек понимаю, и поэтому эта картина меня шокирует. Но это просто кот. Ему нужно... пометить территорию и найти дорогу домой, где он привык спать. Опа. Ты что, есть такое? Без понятия. А я могу об тебя когти поточить? Нет. Стоп, ну я знаю, что я точно могу сделать, будучи котом. Вот, на. Кошки любят вставать задницей к вашему взгляду. Проверено на собственном коте. Я посмотрел, Данте там нет за спиной, который смотрит на меня. Смотрите, они... Это светящиеся глаза, но это по-любому какие-то тоже маленькие роботики. А это кто? Опа. Вот что думает кот про это? Это же просто предметы какие-то, по которым можно пройтись. Ну-ка, это дверь. Нет, мы не можем поскрести с нее. И в окошко не можем. Снова камера. Слушайте, ну очень уж рабочая камера для мертвого города. А это что было? О! Ой, простите. Что? Что вы хотите, чтобы я не делал? Ой. Типичный кот. Так, help, помогите. Опять же, я как человек это понимаю. Но он, мой котик, не понимает вообще, в чем прикол. Окей, а здесь можно вообще сдохнуть? Нет, тут нельзя упасть, походу. Мне не дает игра. Это облегчает геймплей, на самом деле. Следуй за мной, мистер кот. Я иду, хорошо. А зачем я ему нужен? Кто меня зовет? Опа. Погодите, это что такое? Это я могу брать предмет. Мы взяли ведерко. Мой разумный кот. А значит, мы точно знаем, что было написано в тех сообщениях. Бросить. Да, вот это гениальный кот. Так, что мы здесь можем сделать? Это краски. Мы можем взять краску. А, упала краска. Ах, какой я сорванец. Стоп. Пи-пи-пи. Нет, это все просто краска. Я думал, там какие-то буквы, может быть, слово какое-то написано. Хорошо. Что нам пытается подсказать окружение? Мы должны это как-то применить. Возможно, вон та краска.
которая стоит там. Нам нужно ее использовать. Оп. Давайте покондеем наверх. Продолжаем. О, ясненько. Мяу. А, такой ты милый. Следуй за мной. Что мы подобрали? Что мы? Ковер! А, хорошо, хорошо. Во-первых, я вижу кошачьи следы. Это мои. Все. А, как приятно. Остановить. Ай. Стоп, может быть, еще и диванчик можно потеребить. Тут есть такая ачивка. Потеребил все ковры и все диваны. Но мы также можем, получается, еще... И следы понаставить повсюду. Опа. Ха-ха-ха-ха. Вот вам. Вам точно это понравится. Окей, продолжаем идти. Нас все-таки ведут куда-то, а мы... Стоп, это что? Миска. А, это можно попить воды. Но у меня здесь нету шкалы здоровья. Мне кажется, это даже не нужно. Хорошо, ползем. В общем, это как платформер и пазлы. Мы должны что-то сделать, чтобы куда-то дальше попасть. Видимо, нам нужно просто запрыгнуть в ведро. Ох! Что? А, это было впереди нас. Это эти крысы сраные. Окей, идем. Вы слышали это? О, боже мой. Они только что глумились над этим телом. Вау. Привет. Ты что такое? О, нет, мы убили его. Этот робот явно просил о помощи. Неужели эти маленькие крысы его убили? Вот если на меня будет нападать потом, почему они не делают этого сейчас? Что во мне будет такого привлекательного позже? О, вот они. Опа, нас просто заманили. Это они нас заманили? Так, нам это не нравится. Да. Хвост распуши еще. Ё-моё! Все, бежим. Бежи, 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 бежим. Ой, мама, мама, мама. Мама! А? Мы не можем прыгать, кстати, на бегу. Просто бежим. А? Осторожней. А! Офигеть, как их здесь много. Чш, нет! Все-таки зацепило. Нет, 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 на сраку прямо, нет. Сейчас убьют котика. Осторожней, осторожней. Оп. Хорошо получилось, хорошо. Все, просто их оббегаем. Оп, мама! Все-таки они просто хотят меня сожрать. И все. А! Ну и получается, они жрут все подряд. И даже роботов. Есть! Фух. Все, живы. Немножко нас потрепали, но сейчас мы вычешем это. Он знал, что я сюда приду? Этот некто. Он специально послал этих маленьких крыс, чтобы они меня сюда привели? Очень может быть, что он просто подстроил все это. Куда нам теперь? Ага, сюда. Или не сюда. Или...
Так, кошачье чутье, что ты подсказываешь мне? Ты мне что-нибудь подсказываешь? Кажется, нет. Оу. Может, мне нужно найти палочки? А, мне вот сюда нужно. Ой, мне не нравится, она скрипит. Она скрипит неприятно все. Опа, смотрите, еще один пазл, который решается одной кнопкой. Разумный код. Я уже хочу увидеть роботов. Мне будет интересно, как это строится, взаимоотношения будет с роботами. Я вижу какую-то ловушку. Как будто бы, да? Или нет? Просто мячик. Опа. Да, мы можем залезть. Окей, нам нужно налево, туда. А, хорошо. Чтобы мяукнуть, нажмите B. Хорошо. Ага! Сук, я мяукаю. И загорается. Хм. Интересно. Кто-то настроил эти сенсоры на мяуканье кота. Тут вообще выглядит все так, как будто бы это изначально все продумано, чтобы меня заманить. Но пока не понимаю, для чего. Смотрите, даже отсюда реагирует. Нет! Нет! Фух. Моя чуть не сдох. О, осторожней быть мне надо. Ну-ка. Оно реагирует каждый раз. Что, у меня мяуканье какой-то электромагнитной волны вызывает? Это, видимо, сделали для того, чтобы просто игрок понимал, что ему делать, чтобы... Нужные точки как-то давали о себе знать, когда ты мяукаешь. Нам нужно вот туда. Мы? Пока что я прям кайфую играю в эту игру. В нее очень кайфово играть именно тем, что как-то расслабляет это. Несмотря на то, что сейчас была опасность, за нами бежали, пытались убить. Но вообще в целом мне так просто нравится бегать этим котиком. И даже прикольно, что сделали эту защиту от падения. Это больше расслабляет. Чувствуется, знаете, как будто это Uncharted. Там вот тоже очень сложно упасть, на самом деле. Если вообще возможно, я даже не помню. Ну, только если ты кнопочку вовремя не нажал. Но здесь даже такого нету, то есть совсем просто все. Идешь, жмешь куда-то и прыгаешь. И зашибись. Опа, там все упало. А мне пофигу, я на чиле. А, нам сюда. Мы же можем протиснуться. Я все еще мыслю как человек. А, перестань, Евгений. Мы можем протиснуться куда угодно. А это что такое? Оп, просто выдернули. Просто потому, что она светилась, такая была интересненькая. Это надо с собой взять, да? Давайте возьмем. Квартира. Нет, не надо было брать с собой. Ну-ка, а что здесь? А, ну сюда даже нельзя. Это типа глава
квартира называется или что? Тут кто-то есть, походу. Играет музыка. Нужна помощь. А, да, это же коврик. Все. Нужна помощь. Ой! Точно теперь мы... тот чувак понимает, что это кот, что мы кот. Для скачивания требуется тело. Требуется тело. Войти в дверь, включить, найти... Все. Смотрите. Отправить. Войти в дверь, включить, найти тело. Пойдемте найдем. Стоп. Какую дверь ты хочешь? Где дверь? Я не понял, где дверь. Вот эта дверь. Он ведь не имеет в виду органическое тело, я надеюсь. Что-то упало. Ну-ка. Ой. Мы правильно делаем, интересно? Оп. Так, я, кажется, тут беспорядок устрою только. Смотрите. Вот мы сюда вставляем одну. А-а-а, я понял. Потом мы берем вторую и вставляем вот сюда, например. Нет. Вот сюда. И нужно, чтобы еще две было. А где найти еще две? А, вот. Окей. И где-то должна быть еще одна. Я вижу, вот что-то там блестит наверху. Давай, кот. Вот, наверх. Ай, какой ты милый, не могу. Я уже сколько раз сказал слово «милый» за это видео. Короче, это, возможно, просто лампочка. Вряд ли мне нужно сюда. Но мы еще попытаемся. Хм, может быть, еще разок это надо сделать? Вон он, я вижу, стоп, обратно, обратно. Я понял, что нужно сделать. Обратненько. Ой, мой умный кот. Запрыгивай, нет, еще рано. Но можно запрыгнуть вот сюда. Эти губы сохнут у меня, я поэтому иногда облизываюсь так страстно. Вам нравится? Давайте делаем. 00111100. Опа. Подземелье. Сейчас мы откроем. Я вижу, там сидит робот. Дохлый. Но, возможно, живой. Он в VR, что ли? Как тебя оживить, друг? Как мне это сделать? Я все сделаю, чтобы ты ожил. Потому что мне нужен друг какой-нибудь все-таки, наконец. Ой! Видимо, я без друзей сегодня. Опа! Ну, раз никто не осудит меня, никто не поругает, можно и с пола что-нибудь поскидывать. Что это? Знаете, по теории вероятности произойдет все, что должно произойти, да, по-моему? Так вот, почему бы и не случилось так, что котик подобрал нужный элемент и вставил его куда надо? Хотя совершенно нечаянно, и не понимаю вообще, для чего он это делает. А куда надо вставить, вот это вопрос. Но совершенно случайно котик может... это сделать, потому что все, что может произойти, произойдет. Произошло? Это та самая штука, которая будет нас сопровождать теперь. Или нет?
B12 его зовут. Мяу. Да, 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 да. Ой, ты можешь все 8 часов игрового времени просто делать кошачьи штуки, я буду наслаждаться. Как можно так? Они к одному протагонисту милому добавили еще одного, который тоже, в принципе, милый. Переизбыток милости! И ковер этот милый, посмотрите, видите, там смешная рожица. Он что-то мне пытается сказать. Сработало. Я свободен. Спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Да что это нас чешется, блин? Пока можешь называть меня B12. Так написано на моем корпусе. Я так и назвал. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Погодите, он сейчас говорил на языке кошачьем, что я такое понял? Смотрите на этого кота, он вдохновлен. Я все понял. Я понял, в чем мое предназначение. Видимо, сразу голос такой стал. Я кот промудренный. А, что? Этот ключ отпирает дверь, это я помню. Сейчас помогу. Да я сам помогу. Очень хорошо. Куда он делал ключ? Батарея садится. Подойди сюда. Тебе придется это надеть. Ба! Эй, нет! Это как шлейку на кота надеть. Все. А, нет, знаете, он... Ха-ха-ха, да! Ну только если бы это был Дан, то он бы сейчас носился как сумасшедший. О, блин. Давай уже, ходи нормально. Он же сказал тебе, тебе придется это надеть, свыкнись. А, все. Нечеловеческое состояние. И даже не кошачье. Мяу! Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Фига может оцифровывать физический предмет. Так что предмет исчезает из реальности, становится набором цифр, а после снова появляется. Интересно, вот хоть в теории, как это можно было бы сделать? Извините, я сейчас буду думать. Евгений, научный эксперт, будет сейчас думать, как это возможно. Если, допустим, предмет просто сканируется, а потом... маленьким встроенным 3D-принтером печатается. Вот так, как сделать так, чтобы предмет исчез? Опа, инвентарь появился. Ключ у меня теперь есть. Осмотреть. Видите, 3D-ключ с дискетой. То есть, чтобы потом 3D-принтер это все напечатал, нужно отсканировать всю сущность этого предмета. Прекратить осмотр. Стоп! Стоп! Воспоминания? А как? Нет, стоп, вот. Вот воспоминания. Это то, что помню... Помнит робот. Датчики обнаружили данные воспоминания поблизости. А, это место, где мы сможем их найти. Кайф! Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне. Или другим, если мы их встретим. Ой, я не прочитал, извини, извини. То есть он, да, реально на кошачий переводит, походу. Открыть, открой мне. Выберите предмет, чтобы использовать. Использовать предмет. Нажмите, чтобы использовать фонарь. О-хо-хо, продвинутый кот. А дверь ты сможешь открывать? Такие вот, просто ручка. Введи код. Мы не знаем код. Что же делать, B12? Надо найти воспоминания его. Воспоминания... Где они у нас были? Давайте еще раз посмотрим. Нарисована пальма, нарисован песок и пляж, в общем. Может быть, обратно вернемся? О, мы не можем вернуться обратно. Это все. Оп.
А вот мы можем сюда полезть. Мы коты знаем много разных интересных проходов. Ну-ка. Не работает. Стоп! А как насчет сюда? Фонарик же нам попросили включить. Вот для чего фонарик. Кот. Мы видим. 3, 7, 4, 8. Ясненько. А это? 3, 7, 4, 8. Ладно. Идем. Я думаю, мы где-нибудь попозже увидим место с воспоминаниями B12. 3, 7, 4, 8, да, было? Так, 3... А что нет? 3, 7, 4, 8. Получилось? Погодите. 3, 7, 4, 8. А, вот, все. Я же правильно ввел. Сюда, открывай. Мяу! Уже светло? Почти что. Ух ты, ну и местечко. Тот лифт вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Вот тот лифт вдали, нифига себе. Мы ничего не упустили, надеюсь. Ай, надеюсь, нет. О, да тут просто адское заражение какой-то органикой мерзкой. Ладно, выходим. Мы уже привыкли к нашему рюкзачку. Там Данте ходит, здесь ходит. Иди в кадр уже, ну перестань. Вон люди лайкают. А ты не идешь, сидишь, облизываешься. Иди. Я не хочу нарушать его свободу воли. Он сам, если захочет прийти в кадр, он войдет. Я не хочу его тащить. Данте, иди. Он даже не смотрит на меня. Вот просто... Я не прочитал, но вы прочитали уже. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Это воспоминание как раз-таки, да? Я кому-то обещал туда пойти, но кому? Это открытка, рисунок на стене. Был сделан с нее. Давай возьмем ее. Получен новый предмет. Открытка. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Открытка, давайте осмотрим ее. Восстановлено воспоминание новое. 3% из всех. Давайте осмотрим ее. Мы можем повернуть ее. И здесь какая-то... А мы можем приблизить? Кстати, не можем. Показать. Outside. Мы снова увидим небо, обещаю. Outside? Меня зовут Outside? Стоп. Стоп. Там что-то было написано. I am having great vacation. Я отлично провожу каникулы здесь, в... где-то вот в этом месте каком-то. Я не знаю, не могу разобрать. Менти, пилор. Много солнца здесь, отлично. Отличные люди. Я думаю, я могу остаться здесь на подольше. Than expect, чем ожидал, видимо, до этого. Окей, хорошо, мы прочитали даже больше, чем игра нам позволила. Стоп, а появились ли какие-то новые воспоминания у него? Нет, пока ничего нет, никаких новых данных. Я уже погружен в историю, если честно. Мне игра очень нравится. Вот, не знаю. Эта игра и подобные игры говорят о человечестве. Что-то прекрасное. Не могу пока сформулировать, но мне кажется, это так. Потому что столько любви вложено вот в этого котика, в анимацию, вот все эти звучки, которые они сделали. Вот какие бы мы забавные существа ни были, люди, жестокие порой, несправедливые, злобные, печальные и недовольные, мы видим прекрасное. И готовы вкладывать в это абсолютно все. Стоп! Надо было прочитать. Стой. Ой, я вылез. Нет!
Метро, стой, обратно вернись! Все, мы не пройдем игру! Переведи мне! Безопасная зона. А, она возвращается! Фух! Хорошо, что это предусмотрели. Защита таких игроков, как я, которые какую-нибудь фигню делают в самый последний момент. Решает выпрыгнуть. О, нет, 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 нет. Даже не вздумайте прыгать. Мяу вам! Они прям прыгают в ведро, ведро мое. Пытаются. А! Тихо, 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 тихо. Смотрите. Это реально какие-то хэдкрабы. Первый двигающийся персонаж, помимо хэдкраба. Трущобы. Не бойся, я всего лишь котик. Мяу, мяу, мяу. Что? Зачем он включил это? B12, у тебя есть мнение на этот счет? Ладно, пойдем себе быстрее. Опа, он закрылся. Черт подери. Что не так? Я же милый котик. А, ты не человек, тебе не понять. Может быть, как раз таки наше появление здесь и станет началом чего-то нового. Какой-то революции. Мы покажем бездушным машинам, роботам, что такое умиление, что такое ласка. Опа. Тебя я знаю, тебя я видел много раз в реальности. То есть, это даже, по сути, не несчастный случай, что мы упали, отбились от своей стаи. Это начало чего-то нового, прекрасного. Великое путешествие, великий духовный путь, который мы пройдем. И мы будем суперкотом. Очень интересное смешение культур здесь представлено. То есть явно какое-то влияние азиатской культуры чувствуется. Реально он испугался меня? Они все испугались меня, потому что я живой. В плане, ну как сказать, органически. Когда-то будет время, когда и роботы будут оскорбляться. Понимаете, когда мы будем называть их просто роботами, машинами. Потому что это же... В какой-то момент это будет не так, я так думаю. Потому что если ты сможешь создать нечто, способное мыслить, точно так же, как ты сам, ты не можешь считать уже это чем-то искусственным, чем-то, ну, пренебрежительно к этому относиться. Но мне кажется, так и будет первое время, когда люди создадут таких роботов. Ну, мы уже видели Матрицу, все мы знаем, да. Так, привет, познакомиться. Опа, да, это их язык странный. Переведи, пожалуйста. Кажется, у них свой язык. Ты не Зурк. Мы переводим. Мы не знакомы с такими, как ты. Зурк, это, видимо, эта маленькая штучка. Они подумали, что я Зурк, потому что я тоже четвероногий. Добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Зурки жрут их. Неужели эти маленькие твари столько бед натворили здесь? Да, все в порядке. Мы просто милый котик. Вот странно, да? Ну зачем им носить одежды? Вот что они пытаются там прикрыть или согреть? Хотя... Да я не знаю, даже если они пытаются показать свой статус, как делаем мы, у них же наверняка они могут общаться... Могут ли, интересно, общаться как... не знаю, по сети? Поговорить с хранителем. Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Показать предмет. Давайте покажем вот этот предмет. О, фотография аутсайда. Какая нелепость. Лифт не работает. Все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну и кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось. За исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой неоновой вывеской. Ага, я тебя понял. А, нам и так показали ее. Ну, в общем, продолжаю. Стоп.
Чтобы попросить B12 о помощи, мы должны нажать вниз. Не стесняйся, вызывай меня в помощь в любое время. Я всегда рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момо. Он живет в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он наша единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. Хорошо, все, ты можешь обратно идти. А, все, извини. Ага. Короче, надо просто говорить нашу цель сейчас. Смотрите, ребят. Что я умею делать? Вы офигеете. Ноль реакции, серьезно? Посмотрите на время. Посмотрите на время. У этих ребят есть 16 часов. Мы вообще где живем? Это те же звезды, растения. Но даже есть свидетельства о том, что были люди. Вот, например. Люди и роботы. Видите? Друзья. Познакомиться. Зачем они спят? Ты нас так напугал. Мы думали, что ты зурк. Окей, показать предмет. Ой, красиво. Все, я понимаю, да? Хорошо, а ты? Ты правда думал, что поедешь на лифте? Я никогда не видел, чтобы эта штука работала. А мне завтра исполнится 374 года. Стоп, а может быть, что-то он скажет про предмет? Прекрасная мечта. Как жаль, что это всего лишь мечта. Даже роботы разучились мечтать. Настолько все плохо. А ведь они просто запрограммированы были на мечты. Видите, написано human. Ну так вот. Зачем роботу пытаться показать свой социальный статус, если он где-то у него может быть записан? Ну если, конечно, их так сделали. Это момент важный. Если бы там внутри у них был там статус такой-то, рейтинг такой-то внутри. А для чего им рейтинг, тоже непонятен. Непонятно. Ну ладно, давайте пообщаемся. Зачем туда подниматься? Там ничего нет. Он уже знает, куда мы хотим, да? Кажется, у мамы есть несколько таких же фотографий. Ты ему показывал? Ладно, и ты? Ой, не ты. Пардонте. Пожалуйста, не прерывай мою медитацию странными изображениями. Офигеть, они медитируют. Окей, ладно, нам нужно... Стоп, я увидел. Смотрите. Мы его задобрили. Поговорить теперь, может, с ним? Ты потерялся? А, нет, все, ладно. Ну что ж, давайте к маме зайдем. Это куда? Мы можем пойти вот сюда. А, наверное, только туда-то и нужно. По-другому никак. Да, видимо, так. Пойдемте. Здравствуй. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Да вот тебе для вдохновения. Голубое небо, ха. Когда-нибудь я напишу об этом песню. Ну давай, ладно, посидим. Ты должен что-нибудь сыграть. Так смотрит на нас. О, мы мурлыкаем. А, только слушайтесь. Это прекрасно. Все, просыпайся. Всего лишь одного котика достаточно. На целый город людской, чтобы осчастливить всех, мне кажется. Что-то я видел. Здесь какой-то сейф показать. Опа, использовать. О, так, я же не знаю, ты же мне не показал, какой... Нет, это не то. Вот, таинственный пароль от сейфа. Показать. Написано, следуй за цифрами, но это выглядит как двоичный код. Последовательность 0 и 1. А, тут даже нету нуля, кстати говоря. Честно, я не понимаю. Я не понимаю. Может быть, это на самом деле на поверхности, но я не врубаюсь. Пишите, ребят, ваше мнение на этот счет. Что это все значит? Я ничего не понял. Сложная загадка, наконец-таки. Доступ к канализации закрыт из-за большого количества зурков. Будьте осторожны, оставайтесь в безопасной зоне.
Окей, здесь одни зурки. Мы, кстати, отсюда-то и пришли. Ладненько, давайте пойдем. Здесь мы можем забраться как-то? Нет, кажется, нет. Ладно, сейф мы потом откроем обязательно. Пойдемте, что ли, вот здесь посмотрим что-нибудь. Вот тут еще какой-то чувак. Даже двое. Здрасте. Нам повезло, что у нас есть предметы, которые помогают защититься от зурков. Трущобы таят в себе немало угроз. Подготовка самое важное. Давай. Опа. Это очень странный двоичный код. Только настоящий гикс может его прочитать. А, мы даже не могли бы его прочитать. Нужно найти кого-то, да? Настоящий гик. Привет, 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 привет. Проверить электрический кабель. Привет, я торговец на рынке. Ты даешь мне что-то, я даю тебе что-то взамен. Все очень просто. Набор электрических кабелей. Лучший на рынке. Я обменяю это на моющее средство Super Spirit. Это лучшее, что я могу сделать. Хорошо, а это ты можешь мне помочь? Мне, к сожалению, это я не принимаю. Ладно. Проверить ноты. Что? Это ноты. Прекрасная работа очень известного музыканта. Это будет стоить одну банку энергетического напитка, не меньше. Офигеть, мы здесь можем добывать предметы и нести их, торговать. Тут есть целое взаимодействие с разными ребятами, персонажами в этом городе. Ну а это что такое? Это древняя реликвия, свидетельство таланта наших предков. Это будет стоить 3 банки энергетических напитков, не меньше. Окей, нужно искать энергетики повсюду. Пойдемте к вождю. О, да, хочу показать тебе вот этот предмет. Это очень странный двоичный код. Только настоящий гик сможет его прочитать. Настоящий гик. Ну все. Ну все, понятно. Значит, только и идти туда нужно. И, во-первых, надо еще, получается, где-то искать эти... Что там? О! Смотрите, у меня управление реверсивное стало. А, нет, 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 нет. Уберись! А! Что я должен делать? Помогите кто-нибудь! Я не могу снять, реально. А, вот, все, наконец-то. Не знаю, как я это сделал. Погодите. Нет, нет, назад, назад, назад. Хочу назад. Хочу с тобой пообщаться. А, ты немного похож на зурка, по крайней мере, издалека. Они так мило выглядят и звучат, но не позволяй себя одурачить. Эти штуки прогрызают металл, они ужасны. Так, это странный двоичный код. Хорошо, а вот это? О, это тот самый аутсайд, про который Мондо постоянно говорит. Да, видимо. Ну, давайте поболтаем. Ты чего-то хотел? Предмет. Это очень странный, хорошо. Ох, миф о голубом небе. Интересная концепция. Энергетический напиток не дашь? Ты здесь новенький? Чем я могу тебе помочь? Это очень так, хорошо. Они все говорят одно и то же. Красивая фотография аутсайда. Мом, настоящий поклонник этого мифа. Обязательно покажи это ему. Его квартира находится на самом верху района. Ищи оранжевую неоновую вывеску. Да, это я, мы поняли. Outside. То есть как бы на улице. Значит ли это, что мы все находимся даже и не на улице сейчас? Это все помещение. Огромный купол. Смотрите, записка. Взять ноты. Мы можем всякие различные, получается, нотки приносить музыканту, будут играть их. Это газета от роботов, живущих наверху на уровне 2. Ей уже несколько лет, но это хоть что-то, что можно почитать. А ноты? Ноты, к сожалению, я не умею играть на музыкальных инструментах. А это? Хорошо, это все то же самое.
Окей. Ну, конечно же... Погодите, вот это что такое? Запомнить. Что это? А почему нам... Они действительно это потребляют? Их первоначальный дизайн не включал в себя пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали, подражая людям? Думаешь, мне стоит попробовать что-то из этого? Не хочу показаться неуважительным к их обычаям. Восстановлено новое воспоминание, которое нам надо обязательно с вами посмотреть. Вот здесь. Проверка данных. Показать. Так, ага. Окей, мы это все видели. Стоп, и здесь видите? Оу, тут целая куча всего. Робот с метлой. Вот это трудно понять, что это. Но мы, я уверен, найдем потом это. Здесь совсем плохо. А вот это как будто бы я где-то видел. Или нет? Ладно, мы это потом посмотрим. Я вижу там что-то. А, это можно поскрести, получается, да? Окей. Ну как отказать котику в таком удовольствии? А, ну что ж, тогда пойдемте дальше. Офигеть, тут целый город можно исследовать. Потереться? А, все ему нравится. Я очень люблю вязать. Я уже связал шарфов на 769 километров, так, чтобы занять время. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо. Ты меня вдохновляешь, но найти подходящий материал здесь нелегко. На, я тебя понял. Нужно купить будет кабели вот эти как раз таки. Дизайнер-бабушка. И просто есть чуваки, которые ходят сами по себе. Окей, идем. Наверное, мы идем правильно. А это что? Запомнить. Покойтесь с миром, люди! Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что это глупый вопрос с моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для ИИ. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. Мне нравится музыка здесь. Определенно. Перевести. Объявление. Ищу ноты для игры на гитаре, чтобы поднять настроение. Если найдете, принесите мне. Я живу рядом с лифтом. Маруск. Мы принесем тебе. Я, конечно, могу это прямо сейчас сделать, на самом деле. Так, извини, бродяга. Потом с тобой разберемся. Ты где? Ты где? Ты где? Эй, Маруск! А вот тебе и ноты. Завтра будет завтра. Звучит круто. Вот, смотри. Ну-ка. А мы сядем. Хорошо играет. А, вместо деки у него канистра. Мне кажется, такая музыка бы подошла в какой-нибудь эпизод Спанч Боба. Окей, ладно, мы походили по городу, давайте всего по чуть-чуть. Теперь же нам нужно идти к Момо. Момо звали его? Надо как-то забраться просто туда. Паркур? Что еще? Больше ничего не остается. Ну, собственно, это... А! Нет, 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 нет. Не надо идти сюда. Это я лоханулся. Вот же, да. Отлично, мы уже почти здесь. О, здрасте, ты здесь спишь. Я тебе не мешаю.
Вот сюда. Да нет, не сюда, глупый кот. И мы почти здесь. Привет! Мы уже тут. Вот он. Такой ученый, сразу видно. Нет, садовник. Своеобразный. О, он грустит. А ты? Ты он. Бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, чего тебе надо? Пароль? Это очень странный... Хорошо, это не знает. Это фотография аутсайда? Ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся, это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали, и я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот приемопередатчик не работает. Мы с друзьями вели записи наших исследований аутсайда. Вот, возьми мои, если действительно хочешь туда пойти. Одна из четырех. Теперь ты сам по себе. Я завязал с аутсайдом. Удачи. Черт, я ожидал увидеть более жизнерадостного чувака. Вместо этого мы получили какого-то разочаровавшего ученого, разочаровавшегося в жизни. Не-не-не-не-не-не-не, так нельзя. Надо всегда видеть светлую сторону, всегда. Несмотря ни на что, идти вперед. Потому что, как бы, лечь на спину и умереть ты всегда успеешь, всегда. Это как бы неизбежно. Но пока ты еще как бы дышишь, почему бы и не попробовать что-то сделать? Почему не попробовать увидеть светлое? Или прийти к этому свету? Мама выглядит очень грустным, он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую он нам дал. Манифест аутсайдера. Извините, извините, я не успел прочитать, дайте почитать. Как? А, вот. Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Мы должны защищать наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от Зурка. Подпись Клементина с Балтазар, Док и Момо. Похоже, имя Момо было добавлено позже. Думаю, нам нужно найти другие записные книжки. Так, хорошо. Смотрите, портрет человека. Вот, это они, друзья все. Мы их найдем, интересно? Чтобы его как-то порадовать. Мы выключили? Мне нравилась музыка, которую я включил до этого. Нет, вот как раз и следующее. Перевести. Аутсайдеры. Записная книжка. Ты что, не можешь? Ой, блин, нет, 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 все, все, как? Нет. Ладно, я и так найду все, что мне нужно. Этот ученый случайно не знает, где остальные книжки находятся? А, все. Наконец-то. Угу. Так. Что у нас тут? Не. Опа, взять ноты. Фонарь нам не нужен. Поскрести обои! Ну, конечно. Ну, конечно. Ай, сорванец какой. Теперь, собственно, книжки. Где? Ни одной не вижу. Те аккумуляторы было как-то легче найти. Холодильник сейчас разморозится. Ну, что это за... Что это за депрессивный такой, а? Это ковер. Не надо скрести. Опа, запомнить. Back Home 2. О, Обратно домой 2. Я помню эту видеоигру. Мне кажется, ее разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с ученым много в нее играли. Было весело. Я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? Кстати говоря, видите, вот эта картинка.
аутсайда. О, мы можем залезть под кровать. Куракин пишет. Проблемы какие-то? Поговорить. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? Да. А где? Мама дала нам свою записную книжку. Давай найдем остальные три. Это поможет нам получить информацию. Да, давай. Нужно искать в заброшенных квартирах района. Их должно быть видно с крыш. Ищи логотип аутсайда. А. Я так понимаю, это логотип аутсайдеров, да? А, это скрести дверь. Хорошо, не будем. Этот символ на стене совпадает с символом на записной книжке. Какой? Где именно? Конкретно? Ага, вот этот. Понял. Похоже на зацепку. Очень похоже на зацепку. Ну, давайте пойдем туда. Черт, из этой музыки прям ощущение такого приключения, что мы делаем что-то очень важное. Я предвкушаю. Предвкушаю этот эпик накал страстей. Оп, извините, извините. Ой, простите. Простите. Мяу. Пойдемте сюда. Мы сейчас весь дом тут вверх дном перевернем, чтобы найти книжку эту. Вот она! Клементина. На ней тот же логотип, что и на той, которую дал нам Момо. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Все идет по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как прямопередатчик вышел из строя. Они находятся в месте под названием Миддаун. По всей видимости, она находится под контролем какой-то жестокой власти. Я недавно говорила с Момо, его глаза. Я знаю этот взгляд. Он не пойдет с нами. Давай найдем другие записные книжки. Окей, no problem. Что это? Опа, ноты. Фига мы их уже нашли. Стоп! И мы до сих пор не нашли ни одного энергетика. Представляете? Это что за произвол такой? Вы пропустили их? Возле компа всегда должны быть энергетики. Нету. 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 Ладно. Теперь где? Должен быть такой же символ. А, нет, стоп, 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 наверх, наверх, наверх. Вон, я вижу. А зачем мы вообще сюда сначала шли? Могли вот здесь порыскать. Благо, не так далеко. А чё ты, а чё ты не запрыгнул? Прыгай наверх. Это какой-то пульт? Нет, мы не можем его. Можем только диван поскрести. Нет, даже его не можем. А вот и квартира. Угу. О, блин, как много книг. Что-то в этом есть. Так. Музыка как бы намекает, что мы должны этот диван поскрести. А, хорошо. А теперь она намекает, что мы должны найти здесь зацепку. Ищем, ищем. Опа. Оу. Как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42.
это писал какой-то робот для роботов. То есть, при том, что... Опа, еще одни ноты. Еще одни ноты. При том, что роботы были уже как бы живые, с искусственным интеллектом, они страдали, потому что не могут соответствовать своим предкам, людям, нам. Это очень интересный взгляд. Обычно всегда в медиа рисуют роботов как нечто превышающее человечество. Типа новая ступень, которые лучше думают, быстрее и эффективнее. А в итоге здесь мы видим роботов в депрессии, которые не готовы занять место человечества, потому что не знают как. Даже вот тот чувак, которого мы встретили, он как вождь племени. То есть немножко примитивно все. А, погодите, вот что это? Эй, док, я нашла ключи от твоего сейфа. С ними надо быть осторожнее. Получен предмет. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея. Библиотекарша Джесс. За кучей книг сейф. Хорошо, это зацепка. Это хорошая зацепка. Оп, извините, извините. А за какой... Тут повсюду книги. Сейчас мы найдем. Так, так, так. Опа. Видите, мы роняем эти книжки. А, вот. А вот и сейф. Прекрасно. А, книжка, ноты. Ключи. Так, взять записная книжка номер... Молодец, еще одна книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. После нескольких недель исследований я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Давай найдем другие записные книжки. Осталось ведь еще одну, да, всего лишь найти? Мы столько уже нот нашли для чувака. Мне прям радостно так за него. Ага, собственно, нам нужно найти еще один символ. Еще один символ. Я вижу его. Устремился просто. Устремился. А как туда попасть? А, блин, мне нужно было вот сюда идти, в обход. Оп! Все сломать. А, нет! Я думал, я упал. А, нет, стоп, мы даже можем не спрыгивать. Не запрыгивать, точнее, туда. Это вы что делаете? Вы что, краску воруете, ребят? Молодец. Что вы делаете? Вейпора, пожалуйста, не беспокой ее. Она такая неуклюжая. Хорошо. Ух, аккуратней. А как нам сюда попасть? Электроснабжение вентиляции. Ну, я тебя понял. Окей, запрыгиваем. Мяу. Итак. Здесь тоже будет что-то за полками или за коробками? Если мы попить воды, то это что, нам даст что-нибудь? Нет? Особо ничего? Окей, здесь как-то все позамороченней. Очень маленькая квартира, практически никаких улик нету и зацепок. Но здесь очень много картин,
А значит, возможно, за картинами нас что-то ждет. Погодите. Вот. Ага. А! Собственно, что это значит? Смотрите, мы видели это. Поразительно. Компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой ИИ всего лишь имитировало человеческое искусство. Теперь все это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безвыходная. Окей, мы восполнили эту ячейку. О, погодите, ну мы сейчас просто же спустимся вниз. Разве нет? Мы ничего не нашли, получается. Это не то, что я хотел. А обратно-то мы и не можем теперь. Разве что вот так. Ну-ка, а может быть взять вот эту штуку с собой туда? Погодите, вот же она. Она просто под коробками валялась. Наконец-то, последняя записная книжка. Хорошо, что вернулся. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Сбалтазар. Все следы органической жизни исчезли, за исключением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически все, что движется, и размножаются с невероятной скоростью. Как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О, в этой книжке есть записка. Там написано, приемопередатчики есть конструктивный недостаток, но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь Момо починить приемопередатчик. Если свяжемся с верхними уровнями, это сможет стать нашим пропуском наверх. Давай покажем Момо, что мы нашли. Ладненько, мы посмотрели эту игру с вами. Я безумно кайфанул, я надеюсь, что вы тоже. Если вы хотите, чтобы я продолжил прохождение ее на этом канале, ставьте лайк, пишите комментарии, дайте мне, в общем, фидбэк, и мы с вами ее обязательно пройдем тогда. С вами был Юджин, огромное всем спасибо, что составили мне компанию в этой прекрасной игре. Всем вам хорошего вечера, дня, утра, или где вы там, когда вы там смотрите. И всем мяу!